они все ходят в дорогих часах, приезжают на дорогих иномарках, вопрос. Слушайте, откуда мне трудовые доходы такие? Откуда? А вот все становится базовым интернатом. По сути, с этим, ну вот совсем согласна. Абсолютно. Что, стрелять надо? Даже стрелять согласна. Нет. Вот я согласен, спасибо. Это уже слишком. Николай Николаевич, я против. Если бы были охранные зоны, тогда вот этих вот свечек бы не было. Поэтому мы и сейчас и разрабатываем. А так вот эти места, вы, почему а их не давать, когда вы, их покупают? Простите, вы немного припоздали. Чуть-чуть. Лучше поздно. Здесь я с Дмитрием Владимировичем согласен. Но тем не менее, главный, вы со мной, может, кто-то поспорите, главной градостроительной задачей на протяжении многих десятков лет было не отрезать Волгу высотной застройкой. Это наша историческая достопримечательность. Нам досталось, это природа нам подарила. Вы посмотрите, что сегодня делается. На протяжении всей Чернышевской строится 20-10-этажный дом. Это кто? Кто это согласовывает? Не я. Ваши коллеги по партии. Вы когда придете сейчас на съезд, пожмите им руку, а лучше... Николай Николаевич, их всех вычислили из мэрии. Да хватит, что ли, мы каждый день видим эти морды. А морды эти как президиум. А кто-то даже в тюрьме сидит, действительно. Ну это вот так. Но мы все с этим не согласны. Алло,